да? Ну да. О, Игорь много говорил о вам. Правда? Да. О, кстати, он погиб. Ну пока. Игорь погиб. Вам повезло, что погиб до того, как изменил. Ну и что? Ну и что? Вы знаете, я здесь известна. Не знаю. Да. Год назад все произошло. Девушка, вам не нужен щенок. Щенок? Не знаю. Я живу в общежитии, в Прескоте. Не знаю, у меня был в детстве хомяк. Может быть. А это он или она? Это я. Словно белые птицы плывут. Только я и ты, да только я и ты, да ты и я. Только мы с тобой, да только мы с тобой, да мы с тобой. Было так всегда. Мы вместе ходили в музей, и у него были такие, ну, замечательные мысли про искусство. Здравствуйте. 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 Ты готова? Да, я всегда готова. А готова к чему? Играть в театре. Я главный герой. Он очень хорошо играет. Я увидела тебя. Я увидела вас. Что? Ничего не случилось. Как ничего? Ой, позор, тоска. О, жалкий жребий мой. Вот
Вот и так кончилась моя история любви. Ты не виновата. Он бил лакей. Каждый мужчина лакей.